Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Меня зовут Юлиана и ваш любимый эзотерический канал. Друзья, сегодня с помощью 4 священных цифр, это священный код, мы с вами будем активировать изобилие, процветание и достаток в нашей жизни. Это достаточно простая практика, которую может применить каждый человек. Главное, чтобы у вас было желание, главное, чтобы вы были в прекрасном настроении, главное, чтобы вы действительно хотели что-либо изменить в своей жизни. Конечно, у каждого на данный момент может быть своя какая-то проблема. Возможно, вы в поиске работы. Возможно, вам сейчас не хватает денег на финансирование тех или иных расходов. Возможно, у вас проблемы в личных отношениях. И, возможно, у вас еще какие-то другие проблемы. И вы знаете, это нормально. Почему нормально? Дело в том, что мы все люди сюда прошли для того, чтобы проживать определенные события, проживать определенные эмоции. И благодаря тому, что мы умеем говорить, мы можем выражать свои мысли, эмоции, нам так вот дала Вселенная, высшие силы, мы с вами друзья и можем сами проецировать нашу жизнь, визуализировать ее и ее изменять. Но перед тем, как в материальном мире должно произойти изменение, мы сначала должны в тонком плане изменить то, что мы хотим. Знаете, сначала сделать набросок для того, чтобы мы могли еще что-либо изменить, а потом это произошло в материальном мире. Обращали, наверное, внимание, что иногда вы можете пошутить и сказать, например, да что, неужели я завтра смогу купить машину? Вы знаете, кто-то пошутил, и буквально через месяц-два человек может купить себе какую-то дорогую, хорошую машину. Конечно, возникает вопрос, а как же так может быть? Но дело в том, что он это не просто сказал, а сказал достаточно с такой энергетической силой, что Вселенная услышала слова и решила это привнести в материальную жизнь. И, друзья, именно сегодня, если вы смотрите это видео, то знаете, что высшие силы, ангелы-хранители не просто так вас направили именно на это видео, а направили вам подсказку, совет, рекомендацию, чтобы вы могли правильно понять, осознать и ощутить, что нам с вами нужно делать. Нам нужно, друзья, сегодня активировать определенный священный код, состоящий из 4 цифр. Но как его нужно сделать, далее, друзья, видео. Итак, 4 цифры, друзья, 4, 4, 1, 8. И если у вас сегодня, вы хотите изменить свою жизнь, это касательно денег, материального благополучия, достатка. Что мы говорим? Я привлекаю изобилие, достаток, благополучия в свою жизнь. И после этого произносите священный код 4, 4, 1, 8. Если вы идете на собеседование и переживаете, что у вас не получится пройти собеседование, будут какие-то проблемы, то в таком случае произнесите другие слова. Я привлекаю все возможности, которые помогут мне пройти это собеседование великолепно. И меня с завтрашнего дня, называете дату, примут на такую-то должность, с таким-то окладом или с такой-то заработной платой плюс премия или какие-то дополнительные бонусы. То есть в обязательном порядке проговорите. И после этого скажите 4, 4, 1, 8. И таким образом вы уже запускаете этот универсальный священный код. Если у вас интересуют вопросы здоровья, то тогда обращайтесь к высшим силам и говорите о том, что конкретно вы просите по состоянию здоровья. Я хочу улучшить свое состояние здоровья. Или я хочу, чтобы, допустим, мои самые близкие всегда были здоровы, улыбались, жили и находились в прекрасном всегда настроении и расположении духа. После этого говорим 4, 4, 1, 8. Эти слова, друзья, в любом случае нужно всегда произносить с радостью, с любовью. И должны быть вас внутри, вот вас, внутри вашего сердца, в обязательном порядке должна быть любовь, радость. Представьте себе, что если вы находитесь в плохом настроении, то, скорее всего, у вас никогда ничего не получится. Даже если утром вам кто-то испортил настроение, обратите внимание, что придя на работу, у вас целый день будет не клеиться. Многие вещи будут не получаться.
Поэтому давайте вместе с вами прямо с этой секунды, как только вы просмотрели видео, вы измените свое отношение к жизни и в первую очередь измените отношение к себе и к своему телу. Полюбите себя и начните прямо сию секунду использовать этот священный универсальный код. Отдайте все проблемы Вселенной, а возьмите себе только все самое лучшее. И вы увидите, как произойдут изменения. Верьте. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы надеемся, что, друзья, наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. Мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся в следующем видео.